На улице минус 15, минус 10. И вот у нас сегодня день. Такой день, мы едем поздравлять людей, дарить им подарки. Новый год, Рождество. Ну, вообще с Рождеством хотим поздравить. С рождением нашего Спасителя Иисуса Христа. На земле Сын Божий народився. Полная машина подарков. Сын Божий народився. Ангели співають. Так. Так. Супер. Есть. Там наколядовали уже. Ну как вам первая раздача подарков? Долго. Поехали, два долго, подарка. Да? Два подарка берем. Татьяна и Карина. Две девочки, два. Раз. Две двоечки. Раз, два. Бери два. Вторую двоечку, кидай конфет. Все, взяли? Поехали. Да, нет, взяли. С Богом. С Богом. Мы не взяли. Так. Улыбочку. Так, так. Круто. Супер. Он прыгает. Так, значит, куда мы едем дальше? Чемберка, Маргаритка. Номер 3. Готовьте подарочек номер 3. Есть. Как вам впечатление? Скажите, у вас папа проповедник просто. О Христе, как, да? Да, Оля? Меня писать надо. Хотела бы так, да? Что? Хотела бы так, о Христе. Так? Да? Что это моё? Все, супер, выключаю, я уже на дороге. Слушайте, прикольный домик такой, с пушкой. Два Мария, народила сын. Так, раз, два, три. Тик. Все снято. Все? Ага. Ну все, ребятки. А, в общем, есть такие проблемы. Снимаем, ездим, улицы попереименовывали. Оля, иди сюда. Нам другой дом. Тут интересную штучку такую нашли. Ребята сделали. Такие значки на солнце. 158 миллионов или тысяч километров до месяца. И вечный покой. 240 метров. На Ватутина, на Майдан. В общем, вот. А, Майдан свежих новин. Прикольный переулочек. Два. Ребята, мы нашли улицу. Ура, слушай, мы ездили только что один дом искали. 7 января. Такая вот погодка. Снег выпал. Зимой было. То есть ночью было где-то минус 15. Затопили камин, сейчас возьму еще дровишек, подкинем, опа, какие красавчики. Такая у нас зима сегодня, настоящая. Сегодня второй день, да. Развозим подарки, да? А я остаюсь у Оли на неделю. На неделю? Нет, Ева была с ночевкой у Оли, да? Как вам было? Круто? Да. Классно. Супер, загрузочка. Следующая партия. Все. Нам присоединяется артиллерия. Тяжелая. Тяжелая или конница. Примерно 100 килограмм веса. Да. Около вооружения, около 120. Виталий Иванович. Вот, грузит. Вот. Супер, поехали. Сейчас заведу. Так, значит уже... Мы сейчас уже были в одном доме, на улице температурка настоящая рождественская, Еве такие вот штуки, они нагреваются где-то до 40 градусов, 57 градусов, и греем ножки деткам, ручки уже обогрели, Еве греем ножки, и Оле, о, там еще носочки, вот такие штучки, круто, очень классные, так что мы все продумали. Так, давай теперь одевай этот ботинок с этой влезет. Штучкой. Да. Давай, я помогу. Одень, пожалуйста, ей ботинок. Давай, ботинок, дядя. Давай. Так. Ага, спасибо. Оля, сюда греет там. Опа. Да. Надо на носок самый.
Есть? Опа, есть. На пальце надо. Какая это что, не пальцы? Вот нога одна, вот нога вторая. И там должно что-то греться. Что? Папа, вот тут ты положил, а мне именно туда. Где он? Ты вот тут оно положил? Да, оно тут. Ну все, выключаем. Сейчас мы разберемся. Следующий домик, идем поздравлять. С Рождеством Христовым. Так, ты ж поздравишь, вот из Писания прочитаешь. Хорошо? Конечно, прочитаю. Супер. Стучим. Стучим. Стучим, открывайте. Хозяева дома. Ну, не хотят открывать. Хотят открывать, холодно. А может, кудись в спячку. Смотри. В спячку легли в зимнюю просто. Звони. Да. Стучим просто громче. Ой, Вифлеємі, весела новина, радуйся, ой, радуйся, земле, Сина Божий, народився. Дякую, дякуємо. Так. Подарунки. Молодці. А ми думали, хто нас по ногами подвіряє? Это самому старшему Саше. Саша, не стесняйся выйти. Саня, иди подарок. Саня, выходи. Ну что, домой? Ох, какие сугробы здесь навело. Уезжаем. Выбираем песню «Радио Эммануил». Итак, «Радио Эммануил» в эфире. Так, что-то ничего нет, не слышно. Слав душа. Слав душа, Господа, слав душа, имя святое Его, по Ему как никогда. Слав душа, имя святое Его, по Ему как никогда. Святое Его. Нет, благослови, Господа. Благослови. Новый день приходит, и время опять хвалу воздать за все, что ты дела, и за каждый новый вход мой. Я буду петь и славить на закате дня. Имя святое Его, по Ему как никогда, по душа, имя святое Его. Благослови, Господа. Они имя святое Его. Так, что, все, выключай. Выключай.